Около 14 лет в Химках работает социальная программа «Ветеран», в которой зарегистрированы более 30 аптек и продуктовых магазинов. Проект позволяет пожилым людям получать скидку до 15%. Это первая программа, да, в нашем округе, на тот момент еще в Химкинском районе, которая осознана и начала свое, да, воплощение по инициативе администрации и предпринимательского сообщества. Изначально программа была рассчитана на ветеранов Второй мировой, но в дальнейшем ее расширили, и теперь на скидку могут рассчитывать все пожилые люди. Участниками этой программы являются аптеки и продовольственные магазины. То есть это такая специфика, это такое начало наше было, продовольствие с 15% скидкой и лекарственные препараты. На минуточку их 127 жизненно важных лекарственных препаратов. Работу одной из аптек сегодня проверила курирующая организация. Вместе с провизором осмотрели ассортимент препаратов, наличие специальных стендов и вывесок. По словам аптекаря, скидкой пользуется большое количество пожилых людей, а все необходимые лекарства в наличии. Это обезболивающие в основном, гипотоники, гипертоники, давление, сердце. Вот, естественно, препараты это есть в наличии, без них никуда, потому что это основное идет у нас. И на них скидку вы делаете 15%, конечно, да? Конечно. Стоит отметить, что подобные контрольные выезды организация «Малый бизнес Химки» совершает регулярно. Помимо программы «Ветеран», в Химках они курируют и другой соцпроект «Вместе», который также позволяет социально незащищенным гражданам приобретать товары и услуги по сниженной цене.